исключением. Когда я найду их все, и все они в правильной последовательности, каждый в этом мире сможет стать счастливым. Счастье — такое странное слово. Любой философ любого века пытался найти его снова и снова. Попробую тоже шагнуть в эту реку. Счастье — размытое определение, кормит веками дураков и поэтов. Увидеть его — значит выйти из тени и тоже ослепнуть от яркого света. Пускай на вопрос никто не ответит.